Этот забавный ролик сняли на свои мобильные друзья Амиржана Сраилова незадолго до его смерти. На видео Амиржан пародирует скрипача. Тогда никто даже и не подозревал, что через несколько дней Амиржана не станет. С гибелью племянника по сей день не может смириться его тетя Улжан. Мы лишились своего ребенка, а эти преступники еще смеют угрожать друзьям Амиржана. Говорят, что когда выйдут, расправятся и с ними. Скажите, как нам это терпеть? Сегодня на скамье подсудимых та самая преступная четверка, которая обвиняется в безжалостной расправе над своим сверстником. В конце марта в Сарагашском районе молодые люди застрелили из обреза 17-летнего Амиржана Сраила, который вместе с друзьями отказались платить им дань. Решением служителей Фемиды стрелявшему убийце на назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. Соучастники же преступления получили по 6 лет тюрьмы. Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Однако такое решение родственников погибшего вовсе не обрадовали. Организовали это преступление и раздобыли оружие Тагаев Шыңгыз и Сатыбаев Бексултан. Они вдвоем привезли обрез из Сайрама. Им нужно дать как минимум 10 лет. Если бы они не привезли оружие, то мой сын был бы жив. Их родители мне говорят, что через 2 года они вытащат своих детей из тюрьмы. В мартовском инциденте от рук преступников пострадали и 2 друзей Амиржана. Одного из них тогда избили, а другому прострелили колено. Их родственники тоже присутствовали в суде. Они рассказывают, как во время следствия родственники подсудимых пытались подкупить их. «Дадим вам 50 тысяч, и вы нас простите, а после заберете заявление. Вот с таким предложением их родственники к нам обратились. Как я могла их простить после того, что они сделали с моим сыном?» Родители пострадавших ближайшие время планируют подать апелляцию на решение суда. Бахрам Талибжанов, Амантай Авельбеков, информационная служба телекомпании «УТРАР».